Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 414. События дня. Евангелие от Матфея 19:8. А сначала не было так. За 29 января 2017 год. Ксения Юрова. Дорогой Игнатий Тихонович, ничего высылать не надо. То есть она высылает деньги там помочь. А я говорю, тогда книги хоть дам, у меня больше ничего нет. Я читаю, слушаю ваши книги в электронном виде, смотрю видеоролики. Труд ваш неоценим. Перевод лишь мизерная доля выражения моей признательности за ваши труды, учения, наставления, которым нет цены. Видите, как люди новые, не встречался, ничего не знаю. Перевод, то есть деньги, которые перевела. Дальше. Прошу вас, примите деньги во славу Божию. Знаю, что они найдут применение в благих целях. Аминь. Во славу Божию. Ни одна копейка ко мне, по милости Божией, не прилипла за всю жизнь. Так, Сергею Козлову. Я пишу ему. Так, осторожно, захожу на форум наш, и там смотрю в ячейку, где отмечены посетители наши, зарегистрировавшиеся на нашем форуме в этот день. Боюсь наткнуться снова на ватагу роботов-вредителей, которые последние дни шли сюда, буквально лавиной. И ни одного. То есть никто не мог сделать, а Сергей опять сделал. Какой же он умница-то? Если был бы неверующий, то так бы и сказал, что брат мой Сергей парализованный есть настоящий чародей. И ведь на роботов нашел управу. Спаси Христос, труженик ты наш дорогой. В следующее воскресенье у нас отмечается начало работы нашего сайта и выхода в интернет 29-го. Это я писал 29-го. Да. Занятие по исследованию Святой Библии после богослужения 1 Фессалоникийцам, глава 29. Вот это занятие. Ну это просто просчитали, оно не относится к этому. К событиям дня. Это ролик такой ставил в этот день. Вообще-то относится, правильно. Вот. Ну а теперь показать наши ресурсы. Вот главное, которое я любил вначале было, вот это мой мир. Вот следующую неделю, в воскресенье, я подготовлю данные цифровые и все. Вот. И здесь вот есть мой адрес вверху, вот, и выделено или нет, к истине. Вот я провожу. К истине 2. Мы открыли сайт, годовщина. Сайт. И мы к нему сейчас придем. Ну и второе, это вот ролик. Еще не ролик, говорю, форум, сейчас посмотрю, обновлю, зашел, нет хоть один робот. А нет, его сейчас нет, там заказчика идет, заказчика, поэтому все блокировано. Вот она как выглядит, православный форум, ничего нет, вот она накручивает и не проходит. Я забыл, неправильно сделал, вот, ну не работает страница, ну и хорошо, я его выключу, раз не работает. Ну и еще, а тут заказчика идет, вот она. Осталось еще 44 минуты. Я вам показать даже не могу сейчас, чтобы открыть наш видеоканал. Заказчика идет. Ну и вот, что у нас тут, я не подметил. 44, 45, 46. Вот так. Вот православный библейский сайт. Вот это первый из всех наших ресурсов. У нас есть Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Живой журнал. Но работаю я только с четырьмя. Это Мой мир, форум, YouTube, видеоканал у нас богатый, и православный библейский сайт. Но сейчас мы добавляем материалы. Вот вопросы, 4124 ответа я даю. Сейчас о церкви мы говорим. Вот я открываю. Неужели она еще и тут будет тормозить? Вот это она меня сбила сегодня. Оказывается, я думал, что ничего будет открывать. Не открывает? Ну да, вообще показывает, что интернет есть. Ну, там все в порядке показывается. Нормально, я вижу, он помещает. Она, потому что заказчика идет. А, ну да, загрузка очень идет. Большой ролик. О, вот это я, можно сказать, не знал. Что я-то думал, что открыть только, и дальше мы будем считать, как всегда. Вот я нажал. О, открылось. Может быть, дальше она легче пойдет. Так. Какие мне вопросы задавали о церкви? Вот, нажал. Опять не открывается. Ну что, придется ждать. Да, я пока буду заполнять. Это вопросы, которые мне задавали в университетах.
в институтах, в техникумах, в школах, в милиции, в воинских частях. Они были на бумажках. Я не все слышу. Ну, а потом попросили меня, чтобы более подробно ответить. Ну, более подробно, вот это и есть. Дальше будет открываться. Вот открываю Word, скопировал, вставляю Ctrl-V, заактивировать Ctrl-A, и на 20, это на любой другой шрифт, чтобы можно было считать. Может, действительно откроется. Считаем. Вопрос 2895, 14 том, открытый вот сколько мотор. Сколько церкви вопросов есть, в каждом томе, уже 14 дошли. В день Пятидесятницы святые апостолы получили от Святого Духа дар говорить языками. Апостол Павел, и тогда еще был гонитель Савл, и стало быть, он был лишен этого дара. Но обратившись, он потрудился в благовестии более других, и по многим странам путешествовал с проповедью. Как раз языки ему более, чем другим, нужны были, ведь разные страны и разные языки. Так он что, заранее изучил иностранные языки? Ну вы в общем поняли, что я имею в виду. Книга Деяний об этом молчит. То есть к нам ходили на занятия люди, у них очень быстро духовный рост был, поднимался. И к крещению готовились от 3 до 5 лет. Вот в церковь придет кто-то, ну священник 20 минут скажет толпе, но еще не узнали. Мы проходим за 4,5, а потом программа стала 5-летняя, 5 лет. Я только в одном университете 18 лет вел занятия. Насчитай, сколько выпусков было. Давали свидетельство, но оно не имеет юридического значения с печатью, что он прошел полный курс. Это полное толкование Нового Завета, ветхозаветная книга «Песня песней», и далее на каждом занятии вопросы и ответы. И «Песня песней», и что у нас еще было? Ну, из Ветхого Завета, да, и вопросы, и ответы. И противосектантские, вот. Тема противосектантская. Почему так понимают они? И ответ. Ответ, как правило, он всегда перенасыщен, как говорят, священным писанием. Ответ. Дар говорения языками был дан и язычникам. И этот дар был не один день и не год, а столетие и более того. Деяния 11.15. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Деяния 19.16. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел учился в лучшей школе у Гамалиила. И, конечно, как римский гражданин, он знал тогдашний общегосударственный римский язык. Знал греческий. Этого было достаточно. Чтобы знал греческий? Еврейский. А почему пропустил слово еврейский? Я, может, клацнули, я проскочило меня. Ну ладно. Это было достаточно, чтобы разговаривать со всеми, кому сохранились его послания. Со всеми, где пролегали его маршруты. Но он знал более того, имел дар мгновенного познавания чужих языков. 1 Коринфянам 14:18. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Ведь я сказал, а какое доказательство? Место, только одно место, Коринфянам. А дальше, а что с греческим? Откуда вы знали, что греческий? А когда по лестнице Антония его увели, и он заговорил, а тогда ему и говорит начальник, тысяченачальник, сотник, и говорит, ты знаешь греческий? Не ты ли тот, который поднял мятеж? Ну вот сейчас будет читать это вот. Да. Деяние 21:37-40. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь по-гречески? Или утвердил. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. То есть мы говорим, что как римский гражданин, конечно, он знал, а дальше открывалось им больше всех, говорю. Вот доказательство. Да. Сегодня священники многие берутся отвечать на вопросы. Какие вопросы, какие ответы-то? И он по слову-то Божие не отвечает. Он говорун, говорит быстро, много, а ничего нет. Вышел человек, пустота. Как один журналист говорит, я ездил, говорит, с Горбачевым, записываю 3 часа, возвращаюсь домой, говорит, я не могу ничего составить, даже статью. Почему, не знаю. Учите наизусть, тому детей учите. Любого автора из Библии священной сгодится в радости, в печали, при обиде. И закрепите мысль писанием, как прищепкой. Начните с малого, значение имен. Что значит Авраам, отец народов,
сын Исаак для смеха был рожден. Иаков был обманщиком при родах. При фараоне Иосиф умножал добро и мудрость. При фараоне был премьер-министром. Давид врагов щипал, как мокрых куриц, и славным был, скакал блохою быстрой. Это стихотворение. А почему? Иаков означает обманщик. Исаак сотворил смех, смех. Авраам отец народов, а Авраам странник с одной буквы А. Тут значение имен-то, каждой строчки-то, ты не просто тут какая-то рифмовка. А Давид? А Давида и считай Давид. Иосиф означает приумножитель, то есть умножал добро. При фараоне был премьер-министром. Врагов щипал, как мокрых, то есть там победитель или как сейчас? Надо посмотреть, славный, вот как. Это Иуда славный. Иуда так. И славным был, скакал плохой быстро, значит, речь о славном идет. Псалмы учите с детства наизусть, и пойте духовным песнопение. Да царствует во всем всегда Иисус, для добрых книг не пожалейте денег. Учите в памяти, достойно сохраняйте, название книг, главу и стих отрывка. Влеките колесничными ремнями воз памяти, да будет всем открытым. Ореха грецкого сырое вещество, лопати чистить, чистым заполнять. Маразм к нам не войдет и лет под 100, просить в молитве духа и огня. Цитаты к месту, сонмы изречений, примеры, жития соборные каноны, мозг заполняйте, да не абы хоть чем-то. Он обновится чудно, как икона. Заучивайте притчи от Сираха, премудрость Иова и стон Екклесиаста. Им будет мир понятен и распахнут, с библейской приправкой, духовной прививкой, духовной окраской. Из незаученного выловить нельзя. Подобно рыбе, рот беззвучием полон. По черепной коробкой впишите вензеля. Нам только бы в вечности не оказаться голым. 30 ноября. А ты считаешь, стихотворение, ты понимаешь, о чем речь идет? Ну, есть, да, есть, где как бы нет. Ну, о чем тут вот это? Так. Все. Ну, говорение языка. Вот, сейчас я закрываю, минутку. А ты пиши, церковь. Говорение на языках. Это у нас файл будет сохраненный. Все. Снова заходим. Передвигаемся. О, так у нас пошло легче. Ага. Я ткнул тут два вопроса рядом. А какой я ткнул-то? Теперь уже трогать нельзя, иначе друг на друга нахлёшутся. 51 и 26. Ты смотри, что сделала с нами, а? Это как понимать? Ждать, только ждать. Она выкинула нас. Что теперь делать? Ждите пока. Назад вернуть? Не знаю, ну вроде грузится, в то же время не грузится. Подождите, Игнатий Иванович, подождите. А? Подождите. Подождать. О, ты правильно сказал. Смотри, откат. 51-й. Вот видите как, потому что там закачка идет, очень много она занимает. Посмотри, сколько здесь всего. И стихотворения, еще только нет. Ну и как всегда мы стараемся открыть страничку Word. Ее можно легко тогда записывать на аппарат. Видите, какая работа идет. Это мы каждое утро записываем два ролика. Дальше. Вопрос 3051, 16 том, открытым оком. Можно ли по кому-то из последних русских святых сказать, что каноны церкви уже тогда нарушали, и эти святые не восставали против нарушителей? Вот смотрите, вопросы какие серьезные. Ответ. Про простых батюшек не знаем, хотя и не пишут. Но по верхушке видно, что сплошь и рядом пренебрегали и презирают эти каноны и до ныне. Особенно в возрасте, в котором рукополагают священники. Проглашенные «изыдите» в России вообще не знал никто. И нарушали так легко, как будто и не было этих канонов про эпитимию в несколько лет. Да, главное, вызвал Петр I и сказал, чтобы эпитимии не было. Вот и все. Тут они давили своим авторитетом и сегодняшней омерзевшей экономией, вседозволенностью, благодаря их снисхождению. Кавычки открыты. Святой праведный Кронштадтский, страница 108. Это название книги. Пишет один посетитель. Кавычки открыты. Я был в Кронштадте по делу
в 1895 году. Я много испытал, растерял веру, озлобился. Вот это покаяние. Ты везде ездил, везде, как говорится, собака, все нахватал, всех блох собрал с побоев. Себе и говори, да, ты много ездил. Что ты сюда принес там, с Майдана? Ни в храме, ни в молитве искать примирение мне и в голову не приходило. То есть один останусь, но не покорюсь. Пустяшный вопрос, я не могу себя даже вырвать этот гнилый гвоздь. Я было двинулся к чаше почти инстинктивно, но вспомнил, что нужно говеть, готовиться, что я не приступал к чаше десятки лет. После обедни он сам подошел ко мне с вопросом. Это Иоанн Кронштадтский. А через два дня я уехал верующим, счастливым, освященным святыми тайнами. Вот видишь как. То есть никакой эпитемии нету, верующий десятки лет не причащался. Иоанн Кронштадтский его сразу причастил. И общую исповедь придумал. Серафим Щичагин, он канонизер, митрополит ленинградский. И он говорит... Вот на это ссылается, наверное, Кронштадтского. Но если бы мы увидели, что он может плачить день и ночь теперь об этом, что он делал? А ему подражают, и Петрохилию взмахнули, всех чаши. Он прямо пишет это, какой там, в 8-м томе настольной книги священнослужителя. 1 Тимофея 5:20. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Двукратный собор, 10-е правило. Явно предавшийся страстям своим не токмо не ужасаются о наказании, определяемого священными правилами. Это вот это канун. Но дерзнули даже ругаться над оными, ибо они превращают оны и ради страстной воли своей искажают смысл их, дабы по избытку страстного обольщения, как речено Григорием Богословом, зло казалось у них не только осудительным, но даже божественным. Святитель Григорий Ниский, правило 8. Вот так. То есть человек узнал глупость и защищает ее, как будто так она искажает смысл. И они что, без исповеди, экономия. Правило 8. Вот это правило, кавычки закрыто. Вот ответ. Книга чисел 12:14. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы... Лабы, она стыдится 7 дней. Это говорится о Мариаме, сестре Моисея. Да, 6-й Вселенский собор, 102-е правило. Я не буду считать его. Приявший от Бога власть, решите вязать. Просчитайте его вот здесь. Это долго считать. Тормозите и просчитайте. Посмотрите, какое правило. Одно правило. Вот оно где. Так. Дальше. Колокол огромный с торжеством. Затащили к ним на колокольню, тонны полторы, не похудел постом, благовестом наречен соколик. Вот так. Сколько их летело кувырком, переплавлено на пушки, на оградки, смерть подписывал наганом им нарком, именем народа для порядка. Учится трезвонить с колокольни, дергать за веревочку язык, глупому, бездушному не больно, не к такому за века привык. Школой колокольня может стать, благовестие нести во всю окрестность, проповедовать воскресшего Христа, бить в набат, пока сердца не треснут. Патриарх Кирилл говорит, сейчас же хоть из пушки бей, никто не слышит. Прежнее плотское отойдет, слов библейских залпы и снаряды, бьют мишенью слову стал народ, многие разрывы рядом, рядом. Колокол как шлем, большая голова. Звуки исторгая призывает, если бы вложить в него слова грозного пророчества Исаии. Колокол – наставник многих школ, оживотворит ли звоном души? Слышащий на проповедь пришел, им чистейшее библейское бы слушать. Колокол у каждого во рту, на плечах насажены Еговой. Слов евангельских рассыплем за версту, чтоб к пришествию Христа людей готовить. Не позвольте дергать за язык разным разномастным чернорисцам. Наведите Господу мосты. Помогите сделать сердце чистым. 17.03.6 год. Игла. Так, о чем здесь речь? Исполнение канонов. Давай. Церковь, исполнение канонов. Ну там про святых. Церковь, нарушение канонов. Ну да. Снова заходим.
Это мы убираем. Вот оно, пропустили один. Я не туда ткнул. Хорошо, что не стал другой. А сейчас другой. Приходится маленько подождать. Вот вверху она крутится. Видно, вопрос. Все отобразилось. Должна вытянуть его. Потому что идет заказчика. О, пожалуйста. Маленький вопрос. Ну, маленький по размеру. А вот тут мы сейчас его и контур-В. А чтобы легко... Это что ж такое-то? Контур-А, я не туда нажал, а вырубил. Давай. Вопрос 2936, 15 том «Открытым оком». Если верить житиям святых, то в момент принятия христианства на Руси ничего лучшего монашествующей Византии, где отравляли друг друга православные цари, ничего уже и не было на земле. Выбирать-то и не из чего было. Посты-то пришли-то. И не из чего было. А как же слова Христа о непобедимости церкви вратами адовыми? А я говорю, вот пришли и говорят, они, мы были как на небе. Я говорю, на каком небе послы были? Греческий язык не понимали. Стояли в храме. Языческое небо-то они представляли. Запах приятный ладана был, может, там поднасыпали им. Одежды священнические, хор поет. А если бы, говорю, в соседней улице Павел проповедовал там, где до утра продлил слово. Они бы пришли, обыкновенная комната, и втих упал с окна. Приняли бы они? Да, конечно, нет. Не приняли бы. Ответ. Выходит, что так и было. Но церковь, она может сохраняться всего лишь в отделенных душах. В отдельных. Отдельных душах. А вот про это мы не знаем. Где были истинно верующие, подлинно возрожденные люди? Римлянам 11:15. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Были всегда тайны ученики Христа. Иоанна 19:38. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев. Евреям 11:38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Матфея 16:18. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Да. Глава 95. Свет истины. Пречистый Иисус, величие своем неизреченный, к тебе взываю и тебе молюсь. Царь бытия, мой свет благословенный, мой стон невнятный, вопль истошный мой, преобрази в свое святое слово. И с этой нашей общей мольбой предстань пред Творцом всего живого. Приял ты облик наш, чтобы нас спасти, приял за нас проклятие и распятие. Прости ж мой грех, и на моем пути не обдели своей благодатью. Ты грех наш искупил, преобразясь по нашему подобию, достославный, днись укрепи меня, со мной склонясь, пред тем, кому один лишь ты все равный. Христос, в имя ран твоих святых, умилостив Отца всей вселенной, да распадется мрак скорбей моих, забудется мой долг, мой грех презренный. Пусть за мои деяния приговор по воле Вседержителя смягчится. Пусть червь меня не точится тех пор, пусть наш зубовный скрежет прекратится. И да иссякнут слезы наших глаз, и исчезнет тьма, и ужас отдалится, и сгинет все пытающее нас, огонь карающий, да истощится. Григорий Наликоцы. О чем речь? Врата ада не одолеют церковь. Давай. Церковь, врата ада не одолеют. Все. Снова заходим. И новый вопрос. Вопросы маленькие. Вот я воткнул. Трудно открывается. Эти вопросы задавали в письменном виде с бумажками. И когда меня убедили люди, что надо их расширить, вопросы-то, я сыпанул их, у меня сразу 3500, кажется, два мешочка с этими. И они говорят, у меня бумажки остались. А до этого, которые были, ни одной нету. Вопросы были, там может быть 10 тысяч.
Откуда я знаю? Так. Опять мы стараемся Word нужного размера восстановить. Для того, чтобы можно было снять. Так, только слова некоторые невнятно произносятся, а так ты будешь знать. Вопрос 3075, 16 том «Открытым оком». Правда ли, что если на исповеди человек осознался в политической неблагонадежности, то священники обязаны были доложить властям о нем? Ответ. К величайшему стыду и позору для церкви это так. И официально было узаконено русским антихристом Петром I. А вот если бы не было частной исповеди, то и Петр не посягнул бы на это богохульство. Церковь потеряла доверие к самому святому. К самому святому. К исповеди. И в этом нет покаяния ни у Московской патриархии, ни у РПЦЗ. Забайкальский миссионер пишет о читинской тюрьме. До революции. И еще о таком случае, каких же, конечно, было больше. Архимандрит Спиридон из журнала «Христианская мысль». 1917 год. Кавычки открыты. Во время моей духовной беседы из толпы арестантов вдруг я слышу: «Хорошо вам, сытому одетому, в енотовую шубу, разводить нам мораль. Вы бы обратились к начальству нашему, чтобы оно хоть кормило нас лучше». Я, не обращая внимания, продолжаю беседу. Только кончил, как слышу, арестанты окружили этого бедного арестанта и уже поднимают кулаки на него. «Что вы, друзья, делаете?» — крикнул я. «Как он смел оскорбить вас, батюшка!» — раздались голоса. «Дорогие мои, если бы он мне сказал какое-нибудь оскорбление, ведь он только на днях пришел в тюрьму нашу, меня мало знает, а, быть может, приходилось ему в жизни сталкиваться со священниками. За них-то я вот и осужден на каторгу», — со слезами ответил арестант, который корил меня во время моей духовной беседы. Я подошел к этому арестанту и при всех поцеловал его, и поблагодарил его за прямолинейность. Прямолинейность, он не стал опровергать, это действительно так. Видимый поступок к оскорбившему меня, по их понятию, арестанты были совершенно обезоружены против него, а на меня смотрели как на дурака. Вот и все. Арестанты разошлись по своим палатам, а я отправился домой. Этим арестантом я заинтересовался. На следующий день я приезжаю в тюрьму и хотел видеть его. Но его не было ни на моих духовно-нравственных беседах, ни в этот вечер на всеночной. Уже через 3 недели я случайно встретился с ним во дворе тюрьмы. Я его остановил. «Как, друг мой, поживаешь?» «Ничего, хорошо», — нехотя ответил арестант. «Мне хотелось бы с тобой поговорить и вообще по душе побеседовать. Да и мне, батюшка, хотелось поговорить с вами, да как-то стесняюсь». Мы условились с ним встретиться в церкви. Наступил день праздничный. Отслужил я им обедню, позвал арестанта того в алтарь. И когда все вышли, мы приступили к взаимной беседе. В алтарь? Он, мирянин, не имеет права заходить. 44-е правило Ладикийского собора. «Скажи мне, друг, за что ты обвинен?» «Ах, батюшка, тяжело мне даже об этом говорить», — начал арестант. «Я был учителем. Воспитание получил православно-христианское. От пеленок был религиозным. Начал я увлекаться социалистическими идеями. Познакомился я с некоторыми немецкими социалистами. Нужно сознаться, что социализму настоящему чего-то не доставало существенного. В нем не было христианской души, если позволите так выразиться. Меня крайне поражало то, что он, этот современный социализм, имел притязание заменить собой христианство. Это меня как-то отчасти удерживало от него. Вы знаете, все вожди и глашатые социализма, они страшные враги христианства. Когда я ездил в Германию и некоторое время жил там, я вынес очень горький осадок относительно нашего русского государственного и церковного строя. На Страстной неделе Великого Поста я пришел в церковь и пожелал в Великую Пятницу исповедоваться и причаститься святых тайн. У нас было 2 священника. Я подошел к протоиерею, ничего не подозревая, начал ему исповедоваться. Во время исповеди я ему сказал, что я не верю в святость Александра Невского, Владимира Святого, царевича Дмитрия, Бориса и Глеба. Последние пали от острия меча из-за политических целей. 2 первые свою святость не оправдали своей жизнью. «Не верить в их святость — верх безбожия», — ответил мне протоиерей.
Да, батюшка, я не верю им. Не верю им еще и потому, что от них исходит война и насилие. Он разрешил меня от моих грехов. В субботу великую причастили меня. А на третий день по его доносу меня арестовали, судили, лишили всех прав, состояния и как политического ссылают на каторгу. Вы знаете, батюшка, я после суда отрекся от церкви и от всего христианства. Арестант прослезился. Мне было жаль, очень жаль христианства, но такого христианства, где священнослужители через исповедь кающихся лишают всех прав и состояния последних, я его проклинаю и не хочу о нем думать. Что же это такое? Вы что, священнослужители, превратили таинство Церкви Христовой? Неужели Христос установил таинство покаяния для того, чтобы им ограждать царей, королей, предавать ужасным страданиям и тюремной каторжной жизни людей, которые в этом таинстве желают найти себе очищение грехов и помириться с Богом? Ах, Боже мой, страшно подумать, что же это за христианство, которое обслуживает всех самых злейших, бесчеловечнейших насильников мира сего и их опричников. Теперь я не могу. Не могу, мой милый батюшка, ходить в церковь и слышать только одно. Благочестивый самодержец, святейший синод, христолюбивое воинство. Покорите под ноги его всякого врага и супостата и так далее. Да меня лучше бы дохлая собака в алтаре была. В алтаре? Ну почему в алтаре? В алтаре была, чем я слышу эту боготворящую низость. Арестант замолчал, ему было тяжело. Затем он вздохнул и опять начал говорить. А ведь я себя не считаю анархистом. Пусть власть была бы, пусть начальство существовало бы. Я против этого ровным счетом ничего не имею. Но зачем низводят Христа на степень жалкого служки, который обязан обслуживать этих насильников, кровопийцы тиранов человеческой жизни? Архиереи, им только деньги давай, награждай орденами, дай им власть, и тогда говори, прощай христианство, идеалистическая утопия. Недомыслие и невежество галилейских рыбаков. Я вот как-то совестью мучаюсь, что отрекся христианства. Сын мой милый, не надо малодушничать, предайся терпению, вспомни Христа. Он не проклинал мир, который его распял, а молился за него. Наши проклятия людей есть признак нашей беспомощности и крайней ограниченности нашей силы по отношению друг к другу. О, то есть вот 1 Коринфянам 4:5. Никак не судите. И он понимал это. Я его фамилию забыл, чуть ли не Матюшин. Христос мог бы одной своей мыслью уничтожить не только своих врагов, но и весь мир превратить в совершенное небытие. И что же? Он молился за своих врагов и не противился слом злу. Вот в чем заключается непобедимая сила. Да, я сознаю это, но у меня душа-то очень измята, вся изуродована, хотя я сознаю свою вину перед Христом. Поэтому, мой друг, вы страдаете не за политические тенденции, а за свою веру в таинство покаяния. Отсюда, мой друг, вы страдаете за свою свободу религиозную, дарованную нам с тобою, с самим Христом. Неужели я косвенно страдаю за Христа? Да, друг мой, страдайте за него. Арестант опустил голову. И мне было радостно видеть, как слеза за слезой скатились с его очей и падала вниз. Мне что-то становится легко и светло на душе. Неужели я, правда, страдаю за религию? Да, мой друг. Ты страдаешь за нее. Через дней 5 после нашего разговора арестант сам встретил меня и показал мне свое письмо, адресованное тому самому протоиерею, своему врагу и верному стражу государственных интересов. Письмо было по содержанию очень нравственное. В нем арестант убедительнейшим образом благодарил отца протоиерея за его любовь к арестанту. Я прочел это письмо, оно поразительно было сильно. Арестант вручил мне его, чтобы я послал его по назначению. Ровно через неделю арестант этот пожелал исповедаться и причаститься святых тайн. Мне после этого было очень радостно на душе, когда я увидел, что лицо этого арестанта со дня на день становится светлее и светлее. Ни одной беседы, ни одной проповеди он уже не пропускал. Каждый праздник находился в церкви. Кроме всего, он стал упражняться, кроме церковной, в частной своей молитве. Помню, что великим постом он 3 раза причащался. Стал очень мало говорить. Я ему купил русское Евангелие,
он почему-то читал больше всего прощальную речь Христа. Многие арестанты почувствовали к нему какое-то особое уважение. Как-то он обратился ко мне и спросил у меня, как я понимаю Толстого. Так и думал про Толстого. Я ответил ему, если бы мир так понимал Святое Евангелие, то он наполовину был бы христианским. Арестант улыбнулся и ничего мне на это не возражая поклонился и пошел обедать. Вот это я взял оттуда, а теперь дальше эпиграф как бы даю. Объясняя, что Библия как раз поддерживает это. Читаем. Псалом 51:3. Что хвалишься злодейством сильный, милость Божия всегда со мной. Это к тем протоиереям, которые заложили его. Псалом 63:7. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Екклесиаст 10:20. Даже в мыслях твоих не злословь с царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатые пересказать речь твою. Вот так. Сирахов 28:9. Вот сейчас Квачкова посадили, Владимир Васильевич. Еще он говорил, болтал там, какой-то арбалет у него, восстание. Намотали ему срок-то, лет 10, наверное, и сидит полковник ГРУ. Ни другу, ни недругу не рассказывай. И если это тебе не грех, не открывай. Ибо он выслушает тебя и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя. Стихотворение. Вам без меня, поверьте, будет скучно. Закиснете в старообрядчестве и в ряске. Никто вас обличать не будет. Мучить. Легко без вечности засохнуть и захряснуть. Жизнь не стоит на месте. Вдруг подкинет вопросов немудреных и премудрых. У нас, у вас нет Библии, а кондыки. Кондаки, прокимны. Кондаки, простите, прокимны. Не высветят, где интерес был шкурный. Как прежде руки к вам не протяну. Не заложу ответ. Так, считаю, сейчас сам себя не узнаю. Но. Я ушел, я умер. И теперь как бы прощальное письмо. Как прежде руки к вам не протяну, не заложу ответ, как ногу в стремя. А ныне дай звонок в мою страну. Мне за ответ не начисляли премий. Вот сегодня, который мной недоволен, то другой. Вы меня искать будете, Лютер говорил папе. Как тебе будет не хватать меня? Тебя никто, папа, не обличит уже. И я это знаю. Мой белый лист на кромке у стола, у телефона сутками дежурит. На рассмотрение несут свои дела, в них крохи мудрости, а больше горы дури. Кому я более всего надоедал? Епископам, священникам, монахам. Я с вами в книгах не удалился вдаль. Раскройте без предвзятости и страха. Настройтесь на посмертную волну, что вы оставите, за что не будет стыдно. За что не проклянет вас ваш же внук и не потащит на эшафот на дыбу? Воспользуйтесь же мной, пока я жив. Храмин разрушается так быстро. У вас коттеджи, джипы, гаражи, но катастрофа рядом, словно выстрел. О, ваша честь! Бесчестных судей клан. Под благочиние с епископом все косят. Кто обличит церковный их бедлам и вожелает оживить все кости? За сотни лет весенние ветра впервые потревожили болото. Меня теряете, не ощутив утрат. Я ратовал о душах и о плоти. Как? Хорошо. О чем речь идет? Тайна исповеди, я уж не знаю. Да, тайна исповеди. Давай. Церковь, тайна исповеди. Правильно. Еще 20 минут у нас в запасе. Смотри, прошло. Я даже не ожидал это. Дальше. О, вопрос сильный какой. Это сильный. От Германа Стерлигова. Против него, как бы сказать. Ну, там заказчика идет, поэтому задержка немножко. Совсем немножко. О, Ctrl-S. Ну, а тут открывается, тут не влияет. Word оказывается неподвластенным. Вот видишь, что. Даже такого не думал, что еще и здесь это зависит.
А почему? Что-то там я когда копировал, она не сразу открывалась. Что теперь делать? Ничего не делается. Вот, нашлось, открылось. Вот такое дело. Эти маленькие такие задержки бывают. Вопрос. Вопрос 3195, 18 том «Открытым оком». На чем основывается утверждающее, что официальная церковь безблагодатна и в ней нет спасения? Какие места Писания ясно говорят о том? И почему вы о том не говорите? Это мне задают вопрос. Сейчас прочитаем. Ответ. Тебе интересно это? Конечно. Давай. Благодать незрима, но ее, о ее присутствии говорят зримые дела. Бытие 6.8. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Судей 6.17. Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною». Даже на язычнике может быть благодать. Это Есфирь 5.2. «Ибо дивен ты, Господин, и лицо твое исполнено благодати». Язычнику говорит, завоевателю. В далекой древности уже имели ясное представление о благодати. Псалом 44.3. Видишь, я показываю благодать. Какая она была, где, с неверующими была. «Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки». Псалом 83.12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Интересно. Я встретился с митрополитом, и он книжку там говорит, там в епархии, архиепископ Гедеон Докукин. И он, ну, разговор хороший шел так. И он говорит: «А у меня тут кардинал приезжал, был здесь, и подарил мне книгу». И книгу достал и говорит: «Вот написано, что день воскресный, день солнца, зон так, а они Бога-то никогда солнцем не называли нашего Бога». И Бога, я говорю, называли. А я сижу напротив его, где? Я говорю: «Да Псалом 83, 12 стих». Он раз в тумбочку Библию достал, а Библия новая открывает, она там это с обратной стороны на корешке клей. Открывает: «Это вы знаете так?» Я говорю: «Ну вы расспросили, говорите, я и должен опровергнуть». «Ну а как вы знали, что потребуется вам, дескать, на память-то?» «Не знаю, я просто знаю на память, я вот так процитировал». И он: «Да я этой книге-то и не верю, сразу отрекся от нее, а Библия дает и мне, вот, это моя книга, Библия, я вам ее дарю». Я говорю: «Так вы ее не читали». «Как я не читал?» «Так она скрипит-то как?» «И это вы узнали». Он интересно такой был человек. «Благодать окружает верных». Притча 3.34. «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». Притча 8.35. «Потому что кто нашел меня, премудрость, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа». Видишь, где благодать-то, а мы и не знаем даже. Екклесиаст 10.12. «Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же». Благодатью назван из Моисеев закон. Иоанна 1.16.17. О как! «И от полноты его во все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Благодать в свидетельство о Христе. Деяния 4.33. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их». 1 Коринфянам 3.10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». 1 Коринфянам 15.10. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна». Не была тщетной, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Я показываю, где благодать, в каких людях, в каких местах она проявляется. Так, Ефесянам 3.8. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам на неисследимое богатство Христово». Если бы сегодня к нам прибыли апостолы, то могли бы ли бы они увидеть
благодать обращения язычников через проповедь у всех православных старообрядцев. Деяние 11.23. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Деяние 15.11. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Сказать решительно о безблагодатности уверовавшего во Христа страшно и опасно. Но когда верующие ведут недостойный образ жизни, находясь в церкви, это отнимает от них благодать. Иуда 1.4. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 6.1. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Благодать дается приемлющим ее даром. Римлянам 11.16. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не было бы уже благодатью. Не была бы уже. Не была бы уже. Не была. Не было. Не было. Не было, то у меня нет. А вот здесь не была бы уже благодатью. А если... Ага. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дела... Иначе дело не есть уже дело. Особенно безответственны высказывания у враждующих по юрисдикциям и разноверию. Начинают хулить таинство друг у друга. Похоже, что... Такие, кто бы ни были, близки к хулине Духа Святого, а может, уже и похулили. Говорю только о тех, где есть законно рукоположенное священство. Где нет рукоположения апостольского, там о таинствах нет и речи. Римлянам 12.3. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог убеделил. Какие бы звания ни имели утверждающие, что они знают, на ком из их противников нет благодати, все это дерзость и богохульство. Сами же поносители не знают никаких границ в своих хулинотаинствах, не согласных с ними. Галатам 1.6.9. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. То есть извратить по-другому. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. То есть мы апостола, а теперь любой баптист говорит, ну вы не то благовествуете, это анафема вам. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Например, священномученик архиепископ Дмитрий Любимов, ближайший помощник митрополита Иосифа Петроградского, еще в январе 1928 года официально объявил сергианских священников безблагодатными и даже, как писал сам Сергий в постановлении номер 17 от 12-25 января 1928 года, дошел до того, что один из православных храмов Спаса на водах публично назвал храмом сатаны. То есть, вот когда зарубежная церковь тут стали, так как о каноническом общении признавать, ну а потом на соединение, то у нас возможность была присоединиться к Агафангелу, к Тихону, пасящих где-то преграда. А должен признать безблагодатность Московской патриархии, а мы на это не пошли. Не пошли и не пойдем никогда, никогда. И в патриархию не пойдем никогда. Вот то положение, где мы есть, это то, что от нашей ячейки. Но уже в начале 30-х годов это разномыслие начало быстро исчезать. Особенно после указа митрополита Сергия и его, в кавычках, синода, а 6 августа 1929 года и ряда ему подобных, объявлявшего, что таинства, совершенные в отделении от единства церковного, как находящиеся в состоянии запрещения, недействительны, требовавшего обращающихся из этих расколов, если последние крещены в расколе, принимать через таинство святого миропомазания, а умерших в расколе не отпевать. То есть они стали говорить то, что про них надо говорить, а не, а ты сам такой же, и стали этих отлучать.
которые советской власти не подчинились. Ну это всех так, а ты сам такой же. В письме к священномученику митрополиту Кириллу Казанскому от 18 сентября 1929 года митрополит Сергий писал о святых новобучениках так, кавычки открыты: «Это не просто ропчащие на церковный порядок люди, это уже сорганизовавшиеся в своем отделении от церкви особое общество, в полном смысле церковь лукавнующих». То есть он предался власти вашей радости, нашей радости, он чекист. Делает как, а теперь клеймит тех, которые сидят. Это сергианство должно быть предано проклятию. Анафеме. Явление сергианства. Справедливо поэтому вожди этого общества подвергнуты запрещению, и все молящиеся с ними, и последующие им подлежат отлучению. Противники же митрополита Сергия знали в кавычках о его безблагодатности не меньше. Профессор Новоселов в своем знаменитом письме по поводу декларации, иногда это письмо приписывают епископу Феодору Поздеевскому, писал следующее, кавычки открыты: «Недели 2-3 тому назад я читал письмо, в котором приводились подлинные в кавычках слова одной небезызвестной блаженной, сказанной ею на запрос о митрополите Сергии. Причем вопрошавший, по-видимому, указывал, что митрополит Сергий не погрешил против православных догматов, что он не еретик». «Что ж он не еретик?» – возразила блаженная. «Он хуже еретика. Он поклонился Антихристу. И если не покается, участь его в гиене вместе с сатанистами». Священномученик епископ Павел Кратиров, объясняя свой разрыв с митрополитом Сергием, говорил, кавычки открыты: «Я грешный думаю, что таких церковных деятелей нужно назвать не только еретиками и раскольниками, но и богоотступниками. Ведь митрополит Сергий вводит в церковное богослужение неслыханную в истории церковь ересь модернизированного богоотступничества. И сколько бы митрополит Сергий не кричал о верности православию, но самого главного, самого главного уже нет. Получилась не церковь, а церковная партийная организация». Вот как. «Налицо не корабль церковный, а сергианская ладья, душегубка, анафемствована, теперь уже трижды. Святейший патриарх Тихон и Всероссийский церковный собор анафемствовали коммунистов и всех их сотрудников. Эта грозная анафема до сих пор не снята и сохраняет силу, так как снять ее может только такой же Всероссийский церковный собор, как каноническая высшая церковная власть. И произошло страшное дело в 1927 году, когда возглавлявший церковь митрополит Сергий своей позорной отступнической декларацией подчинил русскую церковь большевикам и объявил о сотрудничестве с ними. И сбылось в самом точном смысле выражение предисповедной молитвы», кавычки открыты, «под свою анафему под Аподоша». То есть он другим объявляет анафему, а она все на него возвращается. «Ибо в 1918 году церковь анафемствовала всех соработников коммунизма, а в 1927 году сама вошла в компанию этих сотрудников и стала восхвалять красную богоборческую власть, восхвалять красного зверя, о котором говорит апокалипсис». То есть если они анафему наложили, а потом туда перешли, да, под свою анафему и попали. Кавычки открыты. «В деле расточения церкви Христовой вместе с предательством митрополит Сергий произнес и тяжкую хулу на Духа Святого, которое по неложному слову Христа никогда не простится ему ни в сей, ни в будущей жизни. Смесив в одно великом святейшем таинстве Евхаристии, вопреки Слову Божию, верных с неверными, 2 Коринфянам 6, 14-18, святую церковь и борющих на смерть врагов ее, митрополит этим своим богохульством нарушает молитвенный смысл великого таинства и разрушает его благодатное значение для вечного спасения душ православно верующих. Отсюда и богослужение становится не просто безблагодатным по безблагодатности священнодействующего, но оно делается мерзостью в очах Божиих, а потому и совершающий, и участвующий в нем подлежит сугубому осуждению. Другие иосифляне, и среди них епископы Воронежский Алексий Буй и Никольский Ерофей Афоник,
называли на проповедях возглавляемую митрополитом Сергием церковную организацию «Царством Антихриста», сергианские храмы вертепами сатаны, архипастыри сергианских служителями сатаны, причастие сергиана именовали пищей бесовской. Ох, как. Письмо первое митрополита Сергия митрополиту Кириллу Казанскому от 18 сентября 1929 года. Видишь, как вот вопрос задали, а сколько надо брать было? Это уже документы, Слово Божие. Это все подтверждено. Святой новомученик епископ Иларион Бельский совершенно отрицал совершаемые сергианами таинства и вторично крестил младенцев и венчал уже венчанных в советской церкви. Теперь все до единого уже перестали пред лицом вечности. Это я пишу. И кого же их осуждение, если оно не совпадает с тем, что Бог замыслил, что заложил в своем слове, Ефесянам 4:29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Разве исполненный благодатью сосуд может издавать зловоние хулы на незримое? Колоссянам 4:6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Титу 2:11. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Но вы задаете вопрос, очевидно, о том, есть ли благодать у престола Божия у тех или у других. Евреи 4:16. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Поносящие таинства других вполне могут впасть в непростительный грех. Евреям 10:29. То есть то, что они говорили на Сергии, что говорил Сергий на них, я этого не принимаю. Я считаю тех и других благодатными. То сколь тягчайшему, думаете, по наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мне открыта благодать признания Христа моим личным спасителем. Я не могу сказать, что у католиков нет таинств или у старообрядцев. Признаю таковые у всех, где есть рукоположенные до апостольских времен. А решать, у кого благодать есть, дело чрезвычайно рискованное. Евреям 13:9. Мы никогда не шли на то, что московская патриархия безблагодатная. Считали благодатной. И вот эти, которые Иосиф, я считаю благодатные. А вот это человеческое чувство, ну, позволило ему так говорить, что неприемлемо. И сатанинская, и пища бесов. То есть очень далеко зашли. Евреям 13:9. Учениями разными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Откровение 22:21. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот я привел места какие. Слепой беспомощен, убог и некрасив, глаза же украшают и убогих. О зрении в мольбах любой слепец просил, хотя бы разок взглянуть открытым оком. Всегда страшней, ужасней и преступней есть несознание глубинной слепоты. Когда ж такой в начальнике поступит, то что обрящится от общей лепоты? Неверный шаг незрящего во тьме, ему на ощупь мыкаться и щупать, не видевший приблизиться к корме, и как карась слепой на зубы щуки. Беда из бед, когда таких слепцов рукоположат и поставят в батьки. Да если же к тому такой с линцой довериться таким, с какой же стати? Слепцы, архиереи и попы кудесничали, вытворяли слепо. Куда такой с опасностью поплыл? Куда направил плод такой калека? Духовно нерожденный, суть без глаз, Христа не встретивший, женился на обряде, страдая, блудничал келейно и не раз. Хотя и Аксиос пропет был для порядка. Король тот голый, будучи одет, под стаодежками, тяжелую попоной, вериги слепоты и иринарха цепь. И ты слепца того еще не понял? Читая православные журналы, все о мощах, крестах и древних храмах, и не поймут, как Русь святая пала и захлебнулась кровью от смертельной раны. Читайте Библию, вникайте, не таясь, не бойтесь, что сектантом обзовут слепые.
Вода готова для промытия глаз. И за Христом пойдут дорогой пыльной. 7 сентября 2006 года Рила. Так, о чем речь идет? Не знаю, это Сергий в Строгородском или... Давай, церковь. Сергий в Строгородском. Все на этом. Подходи, нас выключишь. Ну давай. Закрывайте. Сейчас. Пока туда показываю. Все на этом.